are a third as similar as your humanity. That all people need. What can we do to save this world? Just try to keep her sane. Our world is full of crime. We're to blame the government. Our lives are full of lies. We always feel in danger there. We're not strong enough to hold. We're not strong enough to have. Can the long world to die? We need to change your selfish mind. I'm your weakest skies. We need our heroes. We need a. I'm your weakest skies. We need our heroes. This world just. Don't lose your hope and faith. Live, it's not too late. You just have to turn around. Try to get not get your love. If you don't wake up now, don't make up your mind. And who is gonna sweep this world? We know what to sacrifice. Our world is full of crime. We're spilling the government. Our lives are full of lies. We always feel in danger there. We're not strong enough to hold. We're not strong enough to hurt. Can the long world to die? I'm your weakest skies. We need a. We need a. I'm your weakest skies. Видели? Правильно, дерево бери с собой. Очень красиво. Так, красивое дерево. Это... Это Антоновка? Не, мне кажется, это белый налив. Ну, ты знаешь, ты вот сегодня такой модный сразу со старта. Это ж не просто брюки, это чинос, это еще со сборочкой. Сзади у тебя крючки. Покажи, покажи крючки. Вот, красиво. Видали? Вы видели, да, друзья? Портупея на одно плечо, и все это на голое тело. Мне кажется, совершенно европейский образ. Абсолютно согласен. Но все-таки, Майкл, только так, честно, тяжело выступать первым? Да, волнуюсь, потому что все говорят о том, что первому никогда не поставят самые высшие баллы, понимаете? Ну, совсем скоро мы это узнаем, понимаешь? Да, ведь действительно, хоть на плече портупея, а вот баллы уважаемого жюри – это лотерея. Поэтому, наверное, пришло время узнать вердикт. Итак, члены жюри, выставляйте, пожалуйста, ваши оценки. Прямо сейчас. В ожидании. Наши жюри делают свой выбор. Прямо сейчас мы узнаем, какую же оценку получит сегодня Майкл Соул. Итак, друзья, жюри проголосовало. Я предлагаю пообщаться с жюри и узнать, почему такие оценки. Ведь сегодня мы говорили, что у нашего жюри есть замечательное право прокомментировать свой балл. Вот, насколько я понимаю, Валерий Пригун поставил у нас семерочку. Валерий, объясните, пожалуйста, свою оценку. Семь, ну, скажем так, не самая высокая оценка сегодня. Ну, я же буду высказывать свое субъективное мнение. Поскольку конкурс, он все-таки живой, и у тебя есть возможность выступить один раз. Тебе никто не даст спеть второй раз. На мой взгляд, если так оценивать, чуть бы интонация, так немножечко местами, а там оценивается все вкупе, вот как говорила уже Елена, там нужно и голос, и в целом номер, и некая харизма от артиста, ну и песня немаловажно играет. Поэтому вот моя оценка, она такая составляющая всего.
Нет, ну на самом-то деле семерочка — это неплохая оценка. Это хорошая Алекс оценка. Алекс Дэвид, девятка, почему не 10? Ну, наверное, потому что первый номер где-то вот еще оставляешь какой-то зазор, но мне очень понравилось выступление, честно скажу. То есть, может быть, у меня был все время вопрос, один-единственный вопрос, насколько действительно эта песня годится для Евровидения. Но в последнее время настолько сложно делать прогнозы по поводу, какая песня станет победителем этого конкурса, поэтому... У меня очень положительное впечатление от артиста. Спасибо большое. Мы благодарим жюри. Друзья, 59. Вот он, общий балл. Майкл, мы тебя поздравляем. Майкл Сол.